Здравствуйте, меня зовут Тера Ливанчук, и я живу в деревне. Вот у нас неожиданно наступила жара, не жара, а просто пекло. Наверное, градусов 30, да? Больше, да? Наверное, 35 градусов. 32? Ну, 32-35, я не знаю. Ну, очень жарко, просто ну, невыносимо даже на улице находиться. Поэтому вот приходится все поливать. И я хочу вот сказать про этот шланг, который почему-то все ругают. Я не могу понять, почему. Вот я даже не знаю, сколько он метров, но очень длинный. Вот сейчас он в собранном виде, он не подключен. В принципе, он подключен, смотрите. Здесь вот у нас быстросъем. Видите как? Вот здесь вот вода включается. Вот так вот он включается. Вот. Вот когда в шланге нету воды, он вот такой собранный. Вот сейчас я его включу и покажу, как он растягивается. Мне очень нравится, очень удобно, почему-то его ругают все. Вот сколько раз видела в Ютубе у блогеров, что его ругают. Смотрите, вот я включаю, по звуку будет видно, слышно. Слышите? Вот, он включился. Здесь вот у меня побежала водичка. Я могу пока выключить, но не важно. Смотрите, как он растягивается. Видите? Я даже могу выключить пока. Но не буду выключать, я боюсь, что сорвет быстросъем. Смотрите, как он растянулся. Практически все растянулся. Смотрите, какой. Когда напор хороший, тогда и поливать удобно. Вот смотрите, я иду, например, кабачки поливать. У меня тут достаточно далеко. Хотя этот шланг, он, не знаю, мне кажется, такое ощущение, что метров на 50 растягивается. Я, когда надо поливать, я поливаю холодной водой. Честно вам говорю. Потому что, не знаю, никакого автополива у меня нет. Я всегда поливаю только холодной, ну, почему-то так, не знаю. Кабачки, в теплице помидоры, конечно, это святое дело. Я поливаю их теплой водой из бочек. И огурцы тоже там. А вот такое все, что на улице. Малину, вот у нас, когда жара стояла месяц, нужно было и малину поливать. И все на свете. И кабачки. Ой, даже простят меня профессионалы, я даже поливаю землянику. Вот так даже. Ну, сейчас время 6 часов вечера, все равно жара. И я могу даже и по листьям полить. Так что это уже я полила, просто вам показываю. Хотела вам показать вот этот шланг. Не знаю, мне нравится. Очень нравится. Он меня куда хочешь его туда и тяни, по всему огороду. Вот так. Вот сейчас смотрите, что сделаю. Я его сейчас выключаю. Вот, смотрите. Выключаю. Раз. Смотрите, что с ним будет. Вот. Я его весь соберу, потому что я унесла его в огород. Вот. Обратно. Видите, как он собирается. Видите? Как живой. Вот так, как на рекламе показывают, так он и собирается. Никакого, я считаю, обмана нету. Все нормально. Мне нравится. Я даже не знаю, сколько. Может, он 30 метров. Может, сколько. Может, 15. Я не знаю. Но вот длинный, хороший. Мне нравится. Я пользуюсь. Все, что хотела сказать. Кому понравился мой шланг, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, заходите почаще в гости. Пока-пока. Было сказать, этому шлангу уже много лет. Вот как они только появились, лет, наверное, 5 ему. Может быть, вот так. Он давно, он еще с Новокузнецка у нас, этот шланг. Так что вот, служит верой и правдой. Поливаем.